Have you ever been disrespected? Forced to follow orders? Would you rather defy your masters and live by the creed of pirates? Are you ready to fight for the freedom to act as you wish? Calling all men of fortune, willing to pledge allegiance to no one. Calling all who are ready to defy. Assassin's Creed 4, Black Flag. К бою готов! Рити, Марселя и Брамселя! Нос! Поднять всех, кроме нижних! Слева! Держись! О, добыча! Нагитовые! Убрать все паруса! Живо! Только скажите, кэп! Отдать гроты! По ветру! Паруса бросовки! Осторожней, капитан! Залп! Готовы, сэр! Мы их ударим! Будь с нами, или умри. К бою, живо! Блин! К бою готов, сэр! Свободу, бой! Сосредоточьтесь! Одно слово, и кинем крюки! Thank you.
Заполни каждый дюйм! Отдать марсели и бомбы! Мы столкнемся, сэр! Тяни! Давайте, черти! Подойдут! Живыми не пускай! Капитан, здесь затонул корабль. Недавно. Вижу. Надеюсь, Тэтч избежал такой судьбы. Спустить паруса! Ловим ветер! Еще корабль, капитан. Не нравится мне это. Да. Надо смотреть в оба. Черт. Это никуда не годится. Добыть лекарства не так уж и сложно. Я не о том. Все Тэтч с Хорниголдом и их бессмысленная вражда. Понимаешь? Да, что уж. Но их цели равно благородны.
Они хотят спасти людей в Нассау. Но разве это лучше для нас? Спасать никчемный город. Мы не созданы править. Мы берем и тратим, живем для себя, где бы ни были. И что же ты предлагаешь? Решение. Деньги и власть, не политика. Найдем обсерваторию. Сможем купить всю Англию, коль захотим. Или, может, станем править королями и императорами, будто крестьянами. Громкие слова, капитан. Но ты с командой или сам за себя? Я хочу для них лучшего, Аде, верь. Но такое не по мне. Я словно мальчик на побегушке. Погода не к черту! Дада с разбившегося корабля! Впереди враг, сэр! Похоже, фрегат! Чертов королевский флот! Только один, кэп! Бакборд! Там кто-то плавает, кэп! А ветер-то суровый! Вроде живой! Фрегат! Королевский флот! Кажется, один! Идем в шторм, капитан! Груз Морриса! Глядите! Приближаемся, капитан! Кажется, мы их потеряли. Корабль! Пушки готовь! Бриг! Цвета британские! Он один выживший! Чисто, капитан. Не суемся. Держись, ребята! Запустите корабль, капитан! Только дайте знак, капитан! Чего она болтается? Вы! Врагов садите-ка в них сам, капитан! Пойдем на берег! Ударим по ним вместе! Пойдет на таран, спускаем снаряд. Блин! Держите штурвал, сэр. Блин! Они открыли! Дальше командир, сэр! Блин! Там у него уязвимое место, сэр! Ждем приказа, сэр! Попали прямо в нас! Блин! Мы готовы! Только свистните, капитан! Свободу ходом! Все наверх, отдать гроты! Марселя, Брамселя, бомб Брамселя, Лиселя! Все паруса, парни! Спустить Брамселя и бомб Брамселя! Убрать, я сказал! Фок убрать! Добыча будет нашей! А-а-а!
Поймаем ветер! Все паруса! Поднять все паруса! Держитесь, вот они! Убавить паруса от бури! Веселя отдать! Вперед! Шевелись, коллеги, к парусам! Адель, смотри! Да, месть королевы Анны. На борту жарко. Нет времени на раздумья. Тэч в опасности. Команда поймет. Бейте скор, парни! Мы идем в пекло! Нагнать скорости! Налетим на скалы, Кэп! Все, давай! Капитан в воде! Благого дела. Надеюсь, ты о лекарствах. Галеон неподалеку. Если быстро свалим этих раков, догоним. Ну что, книжки приготовили вам к таким передрягам? А? Поистине, тебя научит дело, а не книга. Запомни. Церемонишься, Тэч. Легенды любят звон стали. Господа, вот и снова наш галеон. Берегись! Быстрее на... Корабль! Они от нас не уйдут. Это уже слишком! Вернешься на галку, как только дым рассеется. Но сейчас мне нужен рулевой. Командуй! Отдать концы! Идем прямиком к галеону. Совсем скоро лекарства будут у нас. Его. Подходящая дистанция. Кэп, удачная позиция. Хороший залп нам поможет.
чтоб каждый парус наполнился ветром! Плохо дело! Линейный корабль, сэр! Чертов королевский флот! Нас попали! Идем ближе, Кэтуэй! Ты Марселяй, Брамселя! Готов! Блин! Удачной позиции! Накидывай! Они сдались, но пути назад уже нет. Тарань, ублюдка, давай, что есть мочи. У них течь, парни, отправим их в ад. Найди капитана и прикончи его. Убийство мне не по душе, капитан. Если бы вы сдались, были бы сейчас невредимы. Провались ты в ад! Тебя вздернут на виселице, как и тех в Бостоне. Объявлено прощение. Капитан, мы обыскали трюм. Груз так себе. Но нашли лекарства, на них печать Чарльстона. Спасибо, Хэнс. Нассау не вернуть к жизни, полагаясь только на силу и случай. Нам надо плыть в Чарльстон. Эй! Ну что, мы победили? Боюсь, не создан я для стези пирата. Чересчур это утомительно. Встретимся в Чарльстоне. Спустя ровно месяц. Форма
Достать все! Вперед! Одно слово, и кинем крюки! Thank you.
справа, капитан! В воде какой-то груз! О, Боннет! Наконец под своим флагом! Да, мы с Черной Бородой расстались. Пора попытать счастье самому. Поздравляю! Да, все к лучшему. Надеюсь, мне будет о чем рассказать при встрече. Эдвард! Ваша дружба ценнейшая, что я обрел в этих морях! Дороже золота и рома! Я благодарен за мужество, что вы вселили в меня! Спасибо! Удачи вам во всем! Неужто дома вас не любят? Неужто жены, родня и друзья совсем не ждут вас? Как еще объяснить полное безразличие ваших властей к вашей судьбе? Заложники в обмен на лекарства! Больше ничего. И что? 6 дней треклятой, полной тишины. Я делаю вывод, что вы изгой в Чарльстоне. Пусть лучше ваши потроха пойдут на корм рыбам, а кости на растопку. Клянусь! И вот мой выбор. Убить вас, либо взять к себе на службу. Нелегкое решение, но колебаться я не стану. Здравствуй, Эдвард. Ты в своем уме, друг? Весь Чарльстон это видит. В том и суть. Видит око, да зуб не имет. И где лекарство? Я послал отряд торговаться с губернатором. Прошла уже неделя. Нет ответа. Я разберусь. Дай мне день. Какое-то движение. Солдаты? Да, и они спешат. Пойдем за ними. Иначе нас может ждать неприятный сюрприз. Уходим. Привести к ветру. Что задумал? Черная Борода уже 8 дней держит заложников. Думаю, кто-нибудь да приготовил лекарства. А, но они тянут время, ищут способ не отдавать. Да, давай найдем их и будем верить в лучшее. Осторожно, мы у сторожевой башни. Отдать гроты. Там еще башня.
Отдать Лиселя. О чем думает капитан? Нас закрывает лишь туда. В пол паруса, капитан. Спешка нам тут ни к чему. Осторожней, берега. Просто так не пройдешь, капитан. А другого пути нет. Всегда есть другой путь. Стоп! Over. We'll see if he works. I often wonder where he gets his endless supply of vigor. Can only hope to be so hale when I'm his age. He's always done right by me. Good Dobbins and fair places. Паруса. Привести к ветру. Я их вижу. Вон там. Надеюсь, река не станет хуже. Кораблю нужен океан, а не тихая заводь. Сядем здесь на мель, не выберемся. Лиселя. Смотри, чтобы нас не заметили. Ставь паруса. Все. Аккуратней, капитан. Рифить Марселя. Отдать гроты. Привести. Они уходят. Значит, оставлю галку тут. Я вернусь с лекарствами. Ясно. Однажды говорят о черной бороде. Из головы огонь вырывается, как из вулкана. Если он и не сам дьявол, так точно заключил с ним сделку. Хорошо, его корабль на якоре не пытается прорваться в сердце Чарльстона. Чертовы пираты. И когда с ними разберутся? Их всех поймают рано или поздно. Всех до одного. А это еще кто? Два крокодила пришли на ужин. Райдер, старина. Жарковато нынче, а?
В другой раз поговорим о погоде, друг. Нет времени. Сняли бы блокаду, тоскую по морю. Это лужа. Понимаю, все ради золота. Или хоть рома. А им нужны лекарства, справляться с заразой, что кормится на их кораблях. Сифилис да цинга, что еще? Их корабли, что тлетворные гробы. Из нас все соки повысосут. А правду говорят о черной бороде. Из головы огонь вырывается, как из вулкана. Если он и не сам дьявол, так точно заключил с ним сделку. Хорошо, его пираты не пытается прорваться в сердце Чарльстона. Чертовы пираты. И когда с ними разберутся? Их всех поймают рано или поздно. Всех до одного. А это еще кто? Два крокодила пришли на ужин. Райдер, старина. Жарковато нынче, а? В другой раз поговорим о погоде, друг. Нет времени. Сняли бы блокаду, тоскую по морю. Это лужа. Понимаю, все ради золота. Или хоть рома. А им нужны лекарства, справляться с заразой, что кормится на их кораблях. Сифилис да цинга, что еще? Их корабли, что тлетворные гробы. Проплывало мимо лодки. Нет? Ночь тихая. Уверен? Я точно слышал шум в воде. Ты расшумелся. Иди уже. Капитан ждет. Уже здесь. Хорошо. Капитан Уайт ждать не любит. Там. Это Райдер, что ли? Он самый. Тогда бегом давай, тебя ждут. А ты знаешь? Господи! Съели! Его съели, говорил я! Греби, бога ради, греби! Я говорил, там кто-то был, я говорил! Господи! Главное, унести ноги! Слава богу. Думал, не доберемся. Простите, сэр. Несчастный случай. Рядовой Саймон, этот крокодил. Плевать мне на ваши случаи.
Какие вести из гавани? Говори. Без перемен. Блокада продолжается. Но вроде пока что никого из заложников не убили. Может, пора... сдаться? Татса, мне доверили дела в этом городе, и я не пойду на поводу у жалкого пирата, чтобы про него не говорили. Да, сэр. Пока ключ у меня, никто не доберется до этих лекарств, а их всех пусть поразит чума. Чертов идиот. Что? Пираты! Это их корабль! Пираты! Назад! Во дворец! Вымойте что-нибудь! Чужой! Ко мне! Боже, Господи, спаси! Прогони дьявола! А-а-а! Черная борода сделал вам весьма щедрое предложение. Методы его жесткие, но ему нужны только лекарства. И он их получит. Надо было соглашаться. Он вернулся! Сколько взял? Два ящика. И ингредиенты для новых порций. Ага, удачная мысль. Редкость в наше время. Слышали, мистер Рекс? Мой друг привез лекарство и спас вашу жалкую шкуру. Не скажете спасибо? Нужно уходить отсюда, Тэч. Губернатор вот-вот соберет войска. Нет, ты иди один. А у меня дела на севере. Значит, вот как. Бросаешь нас и Нассау. Слушай, друг. Мой четвертый десяток на исходе. И если не добуду деньжат, чтобы прожить пятый... Тихо и спокойно. Скорее пойду на дно к черту в гости, чем прохожу капитаном еще год. Мы еще встретимся, друг. На этом свете. Или на том. Которые можно сделать из твоего материала. Не спеши, я подожду у лифта. Уровень доступа в 17 стран. Сюда. Он уже ждет.
Я тут отсмотрела новый материал бесподобно. Черная борода псих. Он нам так понравился, что мы решили сделать о нем отдельное видео. Например, начнем с того, как он сидит, пьет и травит байки. Потом сцена, как он носится по своей лодке. Прости, кораблю, ошиблась. В общем, скачет по палубе, висит на канатах и сражается. Конечно, придется немного отредактировать материал, но все равно. Будет здорово. Прямо мурашки по коже от одной мысли. Извини. Бонжур, сова, не опоздали? Нет. Вы можете... Привет, Мелани. Видел, как вы вошли. Зайди ко мне одна на минутку. Летиция на связи, обсуждаем проект Кенуэ. А, да, конечно. Извини нас, я тебя позову. Это недолго. Привет. Привет. Есть минутка? Конечно же есть. Я отметил точку на карте. Иди туда. Пытаюсь подключить все камеры к центру. Снова заперто. Не проблема. Вуаля! У тебя второй уровень доступа. Для начала очень недурно. Найди, обновлю коммуникатор. Интересная мера предосторожности. Похоже, тебе придется подобрать комбинацию цифр, чтобы подключиться. Все просто, да? Выбираешь селектор и меняешь номер. Как подберешь верную комбинацию, получишь доступ. Я неверно выразился. Мы не хотим никому мешать, но у нас на данный момент совершенно нет ресурсов для двойного исследования. Твоя задача — найти ресурсы. Эти игры — всего лишь способ оплатить проект, который намного важнее. Так устроен мир. Больницы строят на грязные деньги. Все ясно? Да, Летиция, мы понимаем. Этим занимается наш лучший сотрудник, но нужно время. Это про тебя. Хорошо, спасибо вам обоим. С нетерпением жду результатов. Увидимся на встрече акционеров, Оливье. Обязательно. Удачи. Табарнак! Для этого еще слишком рано. Пойдем. Ну, что дальше? Делаем, как она сказала. Ищем обсерваторию. Ассасины, тамплиеры, дурдом. Я тут заинтересовался встречей акционеров. Может, проникнешь в кабинет Оливье и найдешь его расписание? Что, не нравится идея? Давай, я на тебя настучу, хакер! Ты у меня в руках. Это я к чему? Не хочу ломать тебе жизнь. Делай, что говорят. Так, давай-ка теперь к окну. Ты не можешь заявиться в кабинет Оливье через дверь, но есть другой путь. Наверх. Знаешь, что Абстерго управляли тамплиеры? Да-да, похоже на бред. Но ведь и полет на Луну был сфабрикован, так? Выходит, все возможно. Значит так, либо входишь в кабинет, либо прыгаешь вниз. Третьего не дано. А, браво, дружок. Найди компьютер.
Шевелись. Мы ищем расписание. Ты даешь. Пиратство у тебя в крови, да? Теперь спускайся в холл. Курьер тебя уже ждет. Ха-ха, да-да. Я так все и планировал. Так, стой. Секретарша. Минутку. Кое-что сделаю. Пока я отсюда не взорвал чертям твой наушник. Даже не думай меня выдать. Я не оставил следов. Это все ты. Куда это тебя понесло? Спускайся в холл. Марш в холл! Живо!
А ну марш в кол! Живо! Это тебя понесло. Спускайся в холл. Это тебя понесло. Спускайся в холл. Это тебя понесло. Спускайся в холл.
Я думаю, она давно забыла. А, твое сердце слишком жестоко. В остальном же он излишне мягок. А вам-то что до того, где он размяк, мистер Рекхэм? Хочешь знать мои секреты, да? О, да. Хоть маленький намек. Или солидный, если вы истинный джентльмен. Дай руку. О! Что это? Может быть, корабли заходят в порт? Господи! Not wise to broadcast. In heaven's name, my eyes fail me. Да, будь я проклят. Георг устал от наших проделок. Что за тип? Капитан Вудс Роджерс. Не попасться бы ему на глаза. Желаем говорить с теми, кто называет себя правителями этого острова. Чарльз Уэйн, Бен Хорниголд и Эд Тэтч. Объявитесь, господа. Насчет помилования небось. Что это Хорниголд делает? Червяк трусливый! Что же вы задумали? Благодарю вас за радушие, капитан Хорниголд. Я полагал, прием будет не слишком теплым. Не путайте вежливость! Я согласен вас выслушать, но не тешьте себя иллюзиями. Хорошо сказано. Такой честности я не ожидал ни от кого из пиратов. Твоё отлично пишет вам положение. Вот увидите, губернатор Роджерс. Эти крысы еще покажут зубы. Ну же, коммодор Чемберлин. Я дал капитану Хорниголду слово, что мы будем беспристрастны. Это вам не поможет. Такие, как он, пятно на репутации его величества. Опухоль для нового света. Король хочет истребить их, скажем прямо. Это городская площадь? То, что нам заменяет ее. Не слых. Здесь грязно, как в конуре. Капитан Хорниголд, созовите людей. Рекхэм, Уэйн, быстро к губернатору. Прихватите Бёрджесса и Кокрема. Обыскать все! И никто не может быть этим отрубанием! Да, но король не преуспел на всем поприще, верно? До сих пор все попытки были тщетны. Думаете, что говорите, что его воля? У меня свои методы, комодор. Будьте любезны, уважайте. Остальные могут продолжать заниматься своими обычными делами. Ну же, прочь! Прочь! Коммодор Чемберлен,
Проследите, чтобы всех купцов, каменщиков и плотников собрали и привели ко мне нынче днем. Нам нужно будет восстановить эту крепость. Нужно изъять оружие, губернатор. Объясните этим пиратам раз и навсегда, что не стоит связываться с эмиссарами короля. Не следует настраивать людей против нас. Мы лучше вооружены, однако нас могут взять числом. Медленно, но верно убедить их. Вот наш метод. Какой вздор! Затопим все корабли, что ходят не под флагом короля. Поступим иначе, покажем свою слабость. Замолчите! Я губернатор на службе у короля, черт вас дери. Поэтому все решения остаются за мной. Да, сэр. Все приди. Обыскать все! И не церемоньтесь с этим отродьем! Да, но король не преуспел на всем поприще, верно? До сих пор все попытки были счастливы. Думаете, что говорите, губернатор? Вы здесь по его воле. У меня свои методы, коммодор. Будьте любезны, уважаем. Дорогу эмиссарам короля! Дороги, отродье! Живо! Мы ведем переговоры с теми, кто правит этой общиной. Остальные могут продолжать заниматься своими обычными делами. Ну же, прочь! Прочь! Коммодор Чемберлен, проследите, чтобы всех купцов, каменщиков и плотников собрали и привели ко мне нынче днем. Нам нужно будет восстановить эту крепость. Нужно изъять оружие, губернатор. Объясните этим пиратам раз и навсегда, что не стоит связываться с эмиссарами короля. Не следует настраивать людей против нас. Мы лучше вооружены, однако нас могут взять числом. Медленно, но верно убедите их. Вот наш метод. Какой вздор! Затопим все корабли, что ходят не под флагом короля. Поступим иначе, покажем им свою слабость. Замолчите! Я губернатор на службе у короля, черт вас дери! Поэтому все решения остаются за мной. Вам это ясно, сэр? Да, сэр. Все предельно ясно, сэр. Вот наши позиции, коммодор. Все готово. Губернатор Роджерс считает, эти глупцы чего-то стоят. Какой вздор! Вернитесь на пост и ждите приказа.
Лендон обещает, что в случае, если сентября 1718 года от Рождества Христова даст любому из министров Его Величества Великобритании или Ирландии или же любому из губернаторов и заместителей в наших колониях таким образом всякий пират или пираты, сдавшись на условиях, зачитанных ранее, получит или же получит королевское помилование за все нападения, совершенные до 5 января года, следующего за нынешним. Всем королевским документам также предписывается всем адмиралам, капитанам и другим морским чинам, всем губернаторам, командующим портами, замками и другими укреплениями в заморских колониях и всем офицерам и государственным служащим не колеблясь брать в плен тех пиратов, что откажутся или не пожелают сдаться. Примите королевское помилование, господа. Обдумайте все, прислушайтесь к голосу разума. До того времени вы все пленники на Насау. Как ни прискорбно, но королевское помилование – ваш единственный шанс. Губернатор слишком добр к вам, червяки. Передайте своим. Если не примете помилование, мы сотрем этот городишко с лица земли, а всех вас вздернем к чертям. Тихо, коммодор. Мы глашатые, а не палачи. Пока. Благодарю, сэр. Храни вас Бог. Я думаю, для нас это знак свыше. Примем помилование и сохраним остатки чести. Ну нет. Я ни за что не сдамся этому хлыщу. Не глупи, Вейн. У нас была редкая возможность, шанс из ничего создать свое правительство, которое возглавят те, кто прозорлив. Прошло 2 года, и что? С меня хватит ошибок. Он дело говорит, а вы боитесь признать. Адьё, вы чертовы пропойцы. До встречи на плане. До встречи в аду! Глупцы! Мне нужно выпить.
Похоже, вам не помешает еще один... А? Капитан Кенуэй, да? Надо же! Вот и Уды. Тошнит, как подумаю, сколько раз я мирился с этим самодовольным трепачом Хорниголдом. А вы человек принципа, капитан Хорниголд. Полагаю, вам я смогу доверить мои планы. Справимся, Чарльз, надо верить, и честь сохраним. Вот это вера. Поделишься своим планом? Покинем Нассау, это очевидно. Уйдем в ночи, перегруппируемся в бухте. Так, и дальше что? Англичане разгрузились на берегу. Нам надо украсть пороху и смолы, сделать брандер, да направить его на блокаду, разнеся ее к чертям. Ага. Возьмем корабль Рекхэма. Капитан он аховый. Моя совесть чиста. Ладно. Значит, ты иди за порохом, а я достану смолу. Hold you.
Take him now! You dullards! He's gone. That's a clear shot. Who's in my head? Monsters in the sights! Who's that man? Thank you.
парни, шустрее. Чертова пенька. Лейтенант! Есть! Коммодор считает, будет бунт. Он приказал затопить все пиратские корабли в этой гавани. Немедля! А воля губернатора? Это прямой приказ, солдат. Отправляйтесь на пришвартованный галеон и ждите дальнейших приказаний. Вам все ясно? Да, сэр. Вот коварное отродье. Перережем ему глотку, пока он не протявкал свои приказы. Думаешь? Не то застрянем без хода. Придется убить. Да вы же рехнулись! Я не собираюсь убивать коммодора, слугу короля! Тут рисковать никак нельзя. Иди, я дождусь. Донесением для коммодора. Дело срочное. Проходим. Роджерс и Чемберлен, похоже, рассорились. А из-за чего? Думаю, коммодор невысокого мнения о местных. А еще ходят слухи, что Роджерс якобит. Или даже католик. Что еще хуже? Бывает и хуже. Ведите тех двоих. Я слышал, коммодор Крыл Роджерса, на чем свет стоит. Из-за чего они сцепились? Тише, друг. Не гневи губернатора. Он бывает непредсказуем. По правде, я больше боюсь коммодора. Он серьезный малый и шуток не любит. На позиции! Снимаемся с места по приказу коммодора! Есть, сэр! Thank you.
Королевское помилование, коммодор. Что же стало с верой в честное слово? Совсем умом тронулся. С чего бы это нам защищать всякое отребье? Вы, чертовы паразиты, наживаетесь на честных людях. Не хуже вашего короля Георга. А ну не забывайся! Ты можешь отнять у меня жизнь, но твоя не станет лучше ни на грош. К чему все эти разговоры? Если бы не этот дикарь, губернатор Роджерс, я бы всех, кто тут есть, развесил на траверсах. Червяк. Всех вас! Thank you.
upon a bargain, I'll warrant. Rebelling against an enslavement. Командор мертв. Все готово? Почти. Загвоздка с галеоном, потому что пора. Проклятие! Прикурить думал, кретин? Тут пороху хватит, чтобы весь Нью-Провиденс взлетел на воздух. Отстань от меня! Да что ж такое? Так вот, на борту нашего галеона краснопузые. Освободим его и прорвем блокаду при помощи пушек. Иначе нельзя. Отдать все! Вперед! Лисели поднять! Ловим шквал! Бритта на подходе! Смотри! Живо! Оглохли там! Блин! Нам поможет! Подым и дорога! Только дайте знак, капитан! Поверу, если мы здесь, надо бить! Эх, удачная позиция! Пушка готова! Паруса! Иначе нельзя.
сзади оторвались, сэр. Погода не к черту! Брандер вот-вот взорвется! Уходим, капитан! Убавить парусов! Кордели выбрать! Спустить паруса! Ловим ветер! Ноги к ветру! Враги, сэр! Мы прорвались! Покончим с ними и уйдем с победой! Капитан, мартир! Только скажите, кэп! Убавить веселя! Как тебе, Кенуэй? Мы молодцы, правда? И это еще не все. Готовы бить, сэр! Не стреляю! Стреляйте! Стоп! Мартира, Кенуэй! Пробоина! Еще парусов! Пахим и дорога! Вот так заваруха. Ха-ха-ха! Горите, подлецы! И к черту помилования! Так радуются, будто добычу взяли. Кит, столько всего было. Да, соболезную. Еще и Тэч сбежал. Но это не беда. Вейн ушел на поиски, вскоре и я за ним. На этом ваш эксперимент с демократией окончен? Да. Мы делаем, что хотим, спешить некуда. Боже правый, Эдвард, ты хоть что-то ценишь в жизни, кроме чертовых денег? Что на тебя нашло? Жизнь, приятель. Жизнь. Смотри, эта крыса и тебя утащит на дно. Эй! Я пережил многих, избравших этот путь. Thank you.
Excellent. Merci, mon ami. Давай, красотка, расправь крылья! Все, кроме ротов! Все паруса отдать! Лисели поднять! Ловим шквал! Рифи марселяем на пселя! Эй, Наванда! Паруса убрать! Отдать Марселе и Бомбрамселе!
поймать ветер! Меньше ход! Убавь парусов! Подобрать паруса! Капитан! Отдать дроты! Лиселя отдать! Летим на скалы к... Спустить бомб Брамселя и Марселя! Паруса убрать! Крепче вяжи! Капитану... Роты отдать! Вперед! Паруса отдать! Курс на север, парни. На поиски капитана Тетча. Ты нас всех разочаровал, Тетч. Решил остаться тут, значит? Черту его. И всех вас, кто последовал за этим пронырой в безвестность. Он просто глупец. Ты пришел звать меня домой. Благодарю за веру. Но Насау больше нет. Это мой финал. Я так не думаю, друг.
но и не вправе тебе указывать. Ты все еще ищешь мудреца? Да. В том месяце я взял корабль, так там люди говорили, что некий Роберт сходит на принцессе. Попробуй проверить. Принцесса. Спасибо. Что ж ты как бочонок сдохла рыбой? Мы празднуем мою отставку! А ну, откупорьте ему завтрак! Оставь мне парочку. Есть кто? Что? Джейн, кто здесь? Узнал что? Стреляй во все, кто движется. Стой. Среди них был дезертир, который... Был дезертир, который меня знал. Я перерезал ему горло, он и пикнуть не успел. Тебя видели? Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Он все замечает. Расскажи про меня. То еще сборище, сэр. Пьяные до смерти. Это нам на руку. Расскажи мне про Тича. Что он за человек? Он Тач, сэр. Так он себя зовет. И он просто чокнутый, сэр. Совершенно свихнулся. Чокнутый? Если подробнее. Ну, сэр, вот взять, к примеру, выпить. Выпить он массаж, а не как все. Берет обычный флит с ромом и сыплет туда полкружки пороха. Я не ослышался. Оу! Талан, блин! Среди них был дезертир, который меня узнал. Я перерезал ему горло, он и пикнуть не успел. Тебя видели? Не думаю. Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Он все замечает. Расскажи про меня. То еще сборище, сэр. Пьяные до смерти. Это нам на руку. Расскажи мне про Тича. Что он за человек? Он Тач, сэр. Так он себя зовет.
И он просто чокнулся. Совершенно свихнулся. Чокнутый? А если подробнее? Ну, сэр, вот взять, к примеру, выпивку. Выпить-то он мастак, но не как все. Берет обычный флит с ромом и сыплет туда полкружки пороху. Я не ослышался? Среди них был дезертир, который меня убил. Я перерезал ему горло, он и пикнуть не успел. Тебя видели? Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Он все замечает. Расскажи про меня. То еще сборище, сэр. Пьяные до смерти. Это нам на руку. Расскажи мне про Тича. Что он за человек? Он Тач, сэр. Так он себя зовет. И он просто чокнутый, сэр. Совершенно свихнулся. Чокнутый? А если подробнее? Ну, сэр, вот взять, к примеру, выпивку. Выпить-то он мастак, но не как все. Берет обычный флит с ромом и сыплет туда полкружки пороху. Я не ослышался. Я не ослышался. Ты сказал пороху? Да, сэр. Для забавы. А еще на той неделе он согнал всю команду и запер в трюме. А сам начал жечь серу и прочую вонючую дрянь. Сидели как грешники, гниющие в кожах ямах в преисподней. Ни больше, ни меньше. Боже. Но для чего? Команду проверял. На прочность и выносливость. Пока что на корабле крепче его людей не нашлось. Я думал, живым не выберусь. Чёртовы дикари. Смелее, солдат. Их конец уже близок. Идем. Пора. Живей, подавай сигнал. И запомни этот день. Какого чёрта? Thank you.
ребята! На дно они! Я вас всех уничтожу! Черви! Как ты там, Эдвард, друг? Там меня не спалить! Что на меня? Ты пробьешься, парень! Справишься! Нам бы поклонялись! Бич! Раздери! Где Галка? Где же Тэтч? Убит? Капитан? В вечных муках.